Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня в кадре ручки юной девушки. Она давно ходит с длинными ногтями. Но сегодня пришло время перемен. Будем укорачивать ногти, делать комбинированный маникюр и покрывать ногти гель-лаком. Спиливаю материал твердосплавной фрезой с синей насечкой на 25 тысячах оборотов на форварде. Этой же фрезой убираю длину. Здесь я уже ногти опилила, будем делать вот такой вот овал короткий, а на большом ноготочке показываю полностью процесс опила. Работаю пилочкой на 180 грит, это у меня металлическая основа и сменные одноразовые файлы. Ставлю пилочку под ноготь и опиливаю как наскво овал. Таким образом спиливаются углы, остается лишь подправить форму и доработать боковые стороны. Теперь приступаю к маникюру. Пушером отодвигаю кутикулу, раскрываю подкутикульный карман и теперь фрезой пламя 0,21 диаметра на 17 тысячах оборотов вычищаю птеригий. Этой же фрезой шлифую боковые валики. Влажным спонжем смягчаю кутикулу, еще раз прохожусь пушером, чтобы все проверить. Этим же движением убираю пыль, и теперь можно аккуратно ножничками срезать кутикулу. Далее подготавливаю ногти к покрытию, обезжириваю Nail Prep'ом и прохожусь праймером. Теперь камуфлирующей базой от торговой марки Yoposh номер 13 покрываю все ногти. Делаю это в два слоя. Первый слой тонкий и отправляю в лампу на просушку, а вторым слоем уже буду выравнивать. Эта база имеет густую консистенцию, так что пришлось немножко повозиться. Кому интересна тема выравнивания, можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео, там я очень подробно раскрываю эту тему, ссылочка вверху экрана. I'm not afraid to die.
Теперь перекрываю все ногти топом. Топ у меня от торговой марки Sealer без липкого слоя. Сегодняшний дизайн – это полностью желание моей клиентки. Я еще такого дизайна не делала, он достаточно оригинальный и простой. Гелем для моделирования торговой марки Attica делаю простые узоры. Из-за своей густой консистенции узоры получаются объемные и прозрачные. Просушиваю в лампе по 1,5 минуты как минимум. И сверху перекрываю топом без липкого слоя. Топом перекрываю не весь ноготь, а только дизайн. Вот такой вот получился у нас сегодня нежный и оригинальный маникюр. Если вам был полезен сегодняшний сюжет, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, мне будет приятно. А я всем желаю хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока!